Біз футболмен өмір сүреміз. Өз бойымыздағы тың күштерді ашамыз. Жарқын эмоциялар. Олимбет. Қазақстан спортындағы номер бірінші инвестор. Вот и настал этот долгожданный день. Он немного грустный, потому что мы простились уже со многими ребятами, наше реалити-шоу подходит к концу. Но для наших четверых полуфиналистов он очень важный. Они все очень разные, они из разных стран, они разные по характеру, у них разная мотивация. Но каждый из них достоин оказаться в финале. Каждый из них проделал большую работу, прошел большой путь, показал характер, показал свой бойцовский дух. И я думаю, всем будет интересно, кто же из них окажется сильнее. Ең бірінші турнирден бері біз клетка құрып жүрген біздер, да? Сол кезде біздің жасымыз келе жеткен жоқ. Найза төбелесуге, сол үшін біздің арманымыз найза төбелесу болды да. Мен бар, тағы қасымда өзім болды, бауырларым бар. Барлығымыз арманымыз найза төбелесу болды. Себебі ең бірінші турнирден бері жүрік біздер. Вот, менде мотивация сол өзімнің бала кезде арманым орындау. Моя главная мотивация – это моя семья, мои родственники, те, кто меня поддерживают. Мой клуб «Родной гладиатор Альянс», которым я, в принципе, и научился всему, что я умею. Это моя самая главная мотивация. Мотивация на меня Найзада Тулискин была. Бір дагестанстан отлып палан была. Енді сол дагестанспен дайындалып, қайттан Тулискин келеді. Екі бой, үш бой өткізіп Найзада, содан кейін. Соны шақырып, сонымен төлескім келеді, сол маған мотивация. Да, я сам себя как-то сделал, просил постоянно, голову пришлось отпускать, чтобы... Ну, я верил в себя, я хотел идти до конца. И меня мотивирует тот факт, то, что да, у меня сын есть, и в будущем она тоже мог вам сказать, то, что вот мой отец был таким, он находился здесь, и он был чемпионом, и, конечно, для меня это мотивация. Я надеюсь, да, Слав, это все в совокупности сегодня пройдет хорошо. Я с чистой душой наберу своей семье и скажу, что я в финале. Финальный день проекта, последняя серия. У нас осталось 4 участника. Глеб, Беслан, Еркебулан и Альба. Кто из них будет с кем драться, решит глава Лиги Найза Нурбек Карабала. А мы с вами посмотрим, что из этого выйдет. Ну что, уважаемые зрители, фанаты Найза, мы уже пришли к финальной конференции. Очень много чего интересного прошло. С нами уже сегодня президент Федерации Найза Нурбек Карабала. Нурбек, братан, ага, куки, вот он. Ассаламу алейкум, Найза көрермендері. Бүгін бізде финалдық жаңа жекпе-жекте болатын жаңа обсуждение, шешімі, кім мен кім шығатын. Нурбек ағамызбен бірге шешеміз. Қандай варианттар бар енді? Кіммен кім шығаратын? Кіммен кімнің жекпе-жегі қызық болады деген? Еще не знаем, с кем будем драться. В полуфинале тоже интригу нам держат. Не знаю, на что настраивается, но от того интереснее. Альба енді бұл жерде финалға келген жоқ. Ол өзін көрсетуге, шоу көрсетуге келді. Найза үшін қатысты. А мен чемпион болу үшін. Бұл жерде если мен Глеппен шықсам, ол Бесланмен шықса, екіміз өтіп финалды кездесетін болсақ, Найзада финалда төбелесу ұят болады бізге. Запоминаю только тех, кто дошел до конца. Я енді 4 бала қалып тұр ғой. Ар жақта қайғайсы да сондай жарқын жекпе-жектерінде жарқын жүргізеді, және де өздері де былай осал емес мықты жігіттер, қайғайсы да әлем чемпионаттарында әуесқой деңгейде төбелескен кім? Жаңа Беслан неоднократный
чемпион России по карате, чемпион мира по карате. И есть парень Глеб с России, также тоже такой крепыш. У него, кажется, профрекорда не было, да, еще, да? Не было, не было. Да, ну, все такие ребята, которые там в профах, единственные, это Еркебулан, у него только отрицательный рекорд, но при этом, при всем, любительская очень такая большая база. Это реалити, оно и было, именно было для них, чтобы раскрыть их, возможно, из этих четверых, вообще в целом из этих ребят будут, кто-то станет такой мировой звездой. Я больше чем уверен, что у них есть больше, чем надо для этого. Просто нужно реализовать это. Я вот так думал и предлагаю сделать так. То есть Альберген с Еркебуланом пускай спаррингуются, ну, в смысле, дерутся. Кто выиграет, выходит в финал. И Глеб с Бесланом дерутся. То есть выходят после двух боев победители и участники финального боя на Закам Реалити. Как раз таки будет такое, что у нас же две команды, Фанилия и Дани. И вот каждый из команды будет... Представители да? разных команд выйдут на схватку друг с другом. Я думаю, интересно будет даже проговорить. Альберген твой же? Да, да, да. Альберген твой, Еркебулан твой. Вот, давай сильные и слабые стороны обговорим обоих бойцов. Вот что ты можешь сказать про Альбергена? Ну, я просто вижу, что Альберген сейчас в хорошей форме. Он достаточно неплохо дышит. Он уверен в своих действиях. Вот, спарринг показал, что он чувствует себя расслабленно, то есть он готов, у него нет какого-то психологического такого давления, ментального, и в этом бою я его вижу фаворитом. Еркебулан? Да. Почему? Я могу объяснить, почему. Я просто слил за тренировками, за спаррингом, и он просто... Я не могу сказать, что он там лучше по каким-то технике, по борьбе, по ударке, просто он дышит лучше на данный момент. Ну, поэтому я вижу его фаворитом. Ну, Еркебулан достаточно крупнее, да, всех? Габариты, главное. Габариты, да. Джон Джонс, кто-то в процессе, да, реалити мне говорил, что, типа, похож на Джон Джонса. Ну, плюс а стилистически как дерется? Ударная техника неплохая. Наверное, одна из лучших на этом шоу. Да? У него именно, да. Потому я что слышал. Он базовый кикбоксер. Да, мастер спорта по кикбоксингу. Да, мастер спорта по кикбоксингу. И плюс габариты. Его Глеб с его уровнем борьбы и с его уровнем партера, ну, не смог перевести. Не знаю, я думаю, может, будет трехраундовая рубка. Ну, такое у меня видение. Предположение. Этого, да, видение такого, этого боя. Ну, и кто лучше будет дышать, тот и выиграет. Ну, 3 минуты по 3. Да, три по три. Мы уже и делали формат спарринга такой. Посмотрели, и вот, как он говорил, Альба, наверное, был один из лучших, кто функционально себя показал именно в этом. Альба дома, просто, видишь, хорошо дышится. Ахтовский воздух, да? Еркоша тоже дома. Неплохо. Еркош как-никак с Форт Шевченко. Спорта, да, я шучу. Морской воздух. Но, если честно, вот, допустим, я наблюдал же, какие ребята были. Сказать, что их там за уши вытянули, никак, да? Ну, то есть Альба и Еркебулан были такими яркими представителями, да, своего, как говорится, этого дивизиона. И при этом, при всем, знаешь, два пацана с одного региона между собой будут как бы драться для того, чтобы определиться выход в финал. Ну, есть в этом принципе, какая-то... они, оказывается, всю жизнь. Вот это противостояние у них идет всю жизнь. А, да? Они финалы всегда встречаются между собой. А, да? Да, и вот... По идее, очень исторически красиво будет, если они здесь в нашем есть проекте драма. Тоже. А в борьбе как он, Еркебулан? Ну, в принципе, с Глебом справился. Ну, вес, там габариты, вес. Вес. Придавил где-то, поджал. У сетки же все произошло. Ну, и Грандон Паун. Да, провел. Да, в моменте просто он получается... А с Глебом когда они дрались? Они дрались, я так понимаю, 3 дня назад. Это предпоследний или последний? Предпоследний спарринг. Да. Он, получается, поджимает Глеба к стене, Глеб защищается, тот цепляет его ногу. Глеб, ну, спарринги с спаррингами, плюс мы еще давали в стойке больше, чтобы экшена было. А там же еще экипировка, щитки, то есть... Кто кого переведет, да, и будет держать там на протяжении 3 минут. Ну, не надо давать держать. Ну, просто тут преимущество, что у Альбы вес там где-то 75. Ну, да, он то есть, второй самый крупный. Да, то есть он второй самый крупный, не будет такого более 10 килограмм, не будет разделения в весе. То есть, а как сказал Фаниль, когда вы уровнем одинаковые, вес габариты, очень сильно решает, габариты очень сильно решают. Вот, да. Негізі, Найза каналы көрермендерінде бір сұрақ болуы мүмкін. Неге қазақ жігіттерді полуфиналда бір-бірімен қойып, неге араластырып қоймадыңыздар деген сұрақ болуы мүмкін.
Финалда да олар мысалы кездесу мүмкін. Бұл жерде ондай не жоқ, бөліну жоқ. Жалпы көрермендерге айтып кететініміз, жалпы қалай ойлайсыздар? Негізі жалпы дұрыс па бұл или қалай болады екен ол? Қазақстан чемпионатында бокстан болсын, күрестен болсын, аралас шекпе-жектен болсын, MMA-ден болсын, Ресейден орыстар келіп турист атқан ішінде жоқ қой, бәрі Қазақстанның азаматтары. Сондықтан бұл жерде ең үлкен және де алғашқы мақсатымыз мықтысын анықтау, дұрыс па? Мықтылардың арасында ең көк бұрын тауып алу керек, дұрыс па? Сондықтан осылай іріктемесе, осылай арасынан жаңа терлеп-терлеп шықпаса қан мен терді көріп, араларынан қалай түсінеміз қайсы мықты? Сондықтан мен ойлаймын, бір толықтай дұрыс шешім, мен жерде ешқандай күмәнім жоқ. Екі жақтан балдар шығып, Ресейге де бір мүмкіндік берейік жаңа. Біреу Кабардино-Балкариядан ғой, да? Беслан. И Ковровтан. Глеб. Ковров. Я думаю, да. И вот хотел спросить про Глеб твой, да? Да, Глеб мой. Расскажи про Глеба. Как ты считаешь? Он один из самых, как сказать, легких участников, не считая Расима, был на этом шоу. Он себя реально, у него такие два тяжелые боя. Первый это с Расимом, второй это с Эркебланом. Он реально себя очень круто зарекомендовал, свой характер. То, что он реально хотел выиграть, он не сдавался, он не боялся. Ему говорят, ты должен выиграть, иди в размены, навязывай свой темп. Он понимает, что он намного легче, он шел, навязывал размены, не боялся. То есть вот он реально такой простой, духовитый пацан. И он хорош в грэпплинге достаточно, он хорош в стойке, ему не хватает физической такой мощи, но он еще молодой, ему 20 лет, он это наберет, и вот не хватает ему чуть физики. Поэтому по бою я считаю, что он может навязать свою работу, может навязать партер, вот, но он физически с Бесланом, но Беслан, я работал с ним двумя, он... намного, давайте скажу, Беслан, он самый физически сильный боец этого сезона. Вот я с ним работал в клинче, я со всеми работал. И вот он реально самый сильный в этом сезоне в плане физики. А что Беслана по грэпплингу? Я не знаю его грэпплинг, это нужно спросить у Фаниля. Но клинч у него я хороший. Я слышал, что Беслан тренируется с Алибаговым, да? Да, в одном зале, да, с одного зала они. И все в психологии. Первый вызов он сам сделал, да? И хорошего профессионала вызвал. С Хумаюмом. С Хумаюмом. Ты. Не, ну, понятно. Кто, вот знаете, чем запоминаются эти ребята и чем они крутые? Вызов сделал. Есть ребята, которые не рискуют. Знаешь, вот даже аккуратно смотрят. Мне нравятся ребята, которые рискуют. Он рискнул. Красавчик. Да. Положительный или отрицательный результат – это результат. Но он в полуфинале. Пока ты не сделаешь, ты не поймешь. Но он в полуфинале. Да. Единственный пацан, который бросил вызов профессионалу, не испугался, да, там, да. Не засомневался. И даже, как сказать, это же такая авантюра же, да, риск. И он на нее пошел. Я считаю, что достаточно оправданно для него. Да. Почему он и в полуфинале? Да. Я считаю, что... Ну и заразительный пример. Потом и Шерхан бросил вызов Расиму. Поэтому все в голове. Я думаю, как Беслан подойдет к бою. И потому что чуть-чуть все равно это его с колеи сбило, вот это вот. Он ожидал, наверное, другой сюжет этого боя. Но впоследствии, вот почему я его оставлял до конца. Он впоследствии, вот в командных челленджах, он думал, я вот в боях лямку пока не тяну, ну, на данный момент, да, с такими... Да, я лучше в командных челленджах буду лямку тянуть. И он брал вот эту лямку, ну, и выигрывал. И вчерашний челлендж, он же бежал последний, и он... А нет, не последний он бежал. Но он, когда мы проигрывали 0-1, он взял и сравнял еще так, ну, с отрывом. Он знает, что я вот в командных челленджах там спрос жесткий. Как он в баттербол сыграл? Да, в баттербол он сыграл, один из лучших игроков был. В футболе, когда вот чуть-чуть посыпались, мы в моменте он там всех собрал. В плане того, что где-то в бойцов... И поэтому он сейчас вот среди четверых лучших. Ну, и физически, правда, он один из самых сильных. Плюс еще база карате. Я думаю, если у Глеба получится перевести, возможно, что-то получится. Если не переведет, то салам алейкум. Так что, друзья, не отключайтесь и не уходите с эфира, потому что сегодня мы покажем колоссальные, шикарные поединки между Альбергеном Еркебуланом и Глебом и Бесланом. Для Нурбека выбор пар стал непростым решением. Все-таки финалист проекта должен подписать контракт с Лигой Найза и потом драться, получать зарплату. Так что нужно было сделать максимально интересный матчмейкинг, чтобы бойцы реализовали и показали себя на полную.
Че, Стердаун? Уай, пацаны. Прямо смотрим. Прямо посмотрим. Порог как раз одинаковый, да, почти, да? Итак, друзья, сегодня вы увидите шикарные поединки между вот этими ребятами, которые провели стердаун. Достаточно времени прошло, чтобы определиться реально, кто достоин быть в финале этого шоу. Но, тем не менее, кто бы сегодня в финал не вышел, каждый из них достоин драться в этой лиге. И я думаю, что мы с ними продолжим историю не в качестве победителя, а в качестве бойцов, которые будут присутствовать в наших картах. Букмекерская компания Olympbet. Партнер Найза Кэмп Реалити. Лучшие коэффициенты, широкие линии. Регистрируйся и сделай просмотр боя еще интереснее. Более 1000 заявок на это шоу, но попали только 16. И сегодня в полуфинальных боях будут биться только две пары. И только одна из них будет биться в основном карде Найза ММА. Олай болса, бірінші жекпе-жекке шығатын жауынгерді қарсы алыңыздар. Ол ММА-дан спорт шеберіне үміткер, джиу-джитсудан күлгіні түсті белбеуінің егері, Ресей Федерациясы, Владимир облысы, Ковров қаласындағы гладиатор Альянс клубының жауынгері Жагрин Глеб! Ну что, встречайте его оппонента. Чемпион мира, серебряный призер Кубка мира, четырехкратный чемпион России, мастер спорта международного класса, который представляет клуб K-Dojo, Россия, Кабардино-Балкарская республика, село Псыганцу, Беслан Мизов! Рефери в октагоне Аскербайло Ахтлев.
Давайте на середину. Внимательно слушай мою команду. После команды стоп не работает. Правила знаете, правила не надо. Покажите красивый достойный бок. Удачи. Сам первым номером работать надо. Сам. Капталда туриш. Капталда туриш. Бас туриш. Жаугардан тимба. Жаугардан тимба. Баста. Все, первый раунд. Сам работай. Уверен. Внимательно. Руки да, подними. Да, вот правая блин. Заходит. Смотри, сейчас. Правая ручка ты? Работает сам, через сам, левую. Сам работай. Прав. Руку. Голову опусти. Голову опусти. Не вешайся. Отпусти, отпусти, давай отпусти. Переводить отпусти. Себя. Отпусти, развяжись. Не давай переводить себя. Отпусти голову, голову под подбородок. Не вяжись, не напрягайся. Разорвись, сильно. Разорви, разорви. Колено внимательно. Вот, хорош. Еще. Сам встань. Еще поставь. Сам встань. Еще. Не еще одно колено засунь. Сам встань колено. Сам. Разрывай. Еще. Разрывай. Еще попробуй. Разрывай и через правое. Давай. Нагнетай, он забился. Лево, лево, правое. Подвигайся. Правая подвигай, ручка больше. Руку правую подними. Умничка. Да, внимательнее. Через два джаба. Только поменяй, голову опусти. Оп, оп, дай. Дай ножку, ручка, ножка. Хорош. Ручка, ножка. Нижний этаж работай. Ой, хорош! Работает. Хорош попал! Ну, догони! Пропускаешь! Догони! Догони! Правая ручка через левую! Он поплыл! Догонишь, бля! Не иди в ноги! Подымись! Подымись! Встань! Подымись! Встань! 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 Вставай, вставай, вставай! Можешь не напрягайся сильно! Разорвать ты надо! Разорвать захват! Бей! Да! Бей! Сейчас колено поднимать! Надо! Что ты держишь его? Он поплыл! Дай! Побей, 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 разорись, уйди влево, еще уйди влево, уйди влево. Теперь вправо. Смотри, где меньше работай, давления. Сам, поработай. Работай. Минута 30 осталось, работай, Глеб, минута 30. Внимательно. Еще. Давай работай, еще ручками. Здесь, Глеб, как? Лево, лево, право. Ты болтанул, ты болтанул. Ты болтанул. Левое, левое, правое. Хорошо. Не иди в ноги, не вяжись. А, внимательно. Стоп, нейтральный угол. Нейтральный угол. Глеб, одна минута осталась. Он не дышит. Глеб, Глеб, ты заберешь. Делай все правильно. Ты болтанул. Глеб, все четко. Все четко. Просто чуть-чуть лучше ты можешь. Просто ручками. Сейчас спокойно и уверенно. Не суетись, не прыгай в ноги. Глеб, одна минута осталась. Подвигайся, бля. Голову опусти свой, не дышит. Когда он стойку меняет, свой правый мидл. Когда он движет, становится. Ты отдыхаешь. Можешь? Ты по боксу на нас выше. Поехали, минута осталась. Двигайся. Левый, левый. Вот мидл. Правый. Вот! Сам сейчас работай, вытяни. Что ты двигаешься? Назад. О, вытяни, вытяни, вытяни. Право надо вытяни, двигаться, вытяни. Право хорош. Надо двигаться. Готовь правую ручку, готовь руки правую. Руки подними свои. Готовь правую, готовь, готовь, готовь. Готовь правую, хорошо. Во! Не вяжись, не вяжись, не вяжись. Да, не вяжись. И сразу на него. Клиз заходит. Сразу на него. Левую ручку, не забывай про левую. Двигайся, бля. Хорош, только левой не хватает. Давай, Глеб, красавчик. Аккуратненько. Левшу стал, правый мидл. Дай правый. Поменялся. 30 секунд. Ой, хорош! Не вяжись, он устал. Дожми, 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 забери концовочку. Левый мидл, правый точнее. Правый мидл, в разрез. Правый, оп, разрез, мидл. Залетай, готовься. Хорош, умничка, блин, ты красавчик. Аккуратно, внимательно. Вот она. Не иди в ноги, не иди. Аккуратно, не вяжись. Не бросай, не бросай. Встать надо, встать хорош. Надо. Нет, не напрягайся. 5 секунд. Хорош. Осталось, чуть-чуть осталось. Встань, бей, не напрягай ноги. Сейчас. Стоп. Есть. По углам. По углам. Ты дышишь, ты все видишь, все. Он сейчас твой, я даю воду, водичку, доставай капу. Смотри, ты очень крут. Он не бьет. Жесткости, видишь жесткость? Ее нету, он сгорел. Сручик заходит, блядь. Все заходит. Не двигайся, блядь, по 300 раз с ним, ты видишь, что... Смотри, ты жесткость почувствовал его в начале, а только что почувствовал жесткость его. Есть физика сейчас, в конце была физика, а вот она закончилась.
Работать надо, блядь. Двигаться с ним, блядь. Могу поработать. Дыши. Ты дышишь. Смотри, он в левшу становится, делает джеб-джеб свой правый мидл. Отбей ему дыхание. Ты его болтанул с руки. Ты его... Ты забрал этот раунд. Двигаться, блядь, не надо. Ты как груша, блядь, для него. Он сейчас, блядь, разгоняться будет. Блядь. Встречать надо. Что сделаешь? Давай, ты сейчас заберешь. Все. Не суетись. Все умеешь. Вытери. Все, хорошо, отлично. Все, уходим, уходим. Оставайся у себя. Одень капу. Не лезь. Капа, бай. Капа. Бай! Умничка, Глеб. Очевидно. Смотри, сейчас он выдаст. Сейчас свое лучше он выдаст. Внимательно будь. Хорош. Не давай, работай. Эй, сам, внимательно. Сам. Вставай, вставай, вставай. Сразу креветку. Сразу, смотри, он лучше сейчас выдаст. Он сейчас лучше выдаст. Не спеши, не суетись. Побей внимательно. Побей внимательно. Зафиксируй, побить надо. Руки побить вовнутрь. Надо. Руки о, вовнутрь. Вот, во, не снаружи. Не давай, не давай, треугольник. Хорош. Встал, 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 встал. Работать надо, работать вставай. Надо. Вставай, вставай, вставай. Корпус, бей, Вислав. Глеб, не спеша. Корпус, голова, корпус, голова. Руки вовнутрь. Руки вовнутрь. Голова. Руки вовнутрь. Сейчас он свой лучше выдаст. Голова. Главное не уставай. Корпус, голова, говорю, бей. Главное не уставай. Да, выше пробирайся. Не давай руку, не давай руку. Хорошо. Давай, давай, давай. Есть! Умничка! Под ногу крутись! Вытащи руку! Есть рука! Вытащи есть рука! Вытащи давай! Руку! Сделаешь! Глеб, подкрутись! Подкрутись! Вытащи подкрутись! Руку, говорю, подкрутись! Вытащи руку! Стряхни его! Глеб, вот, подкрутись! Стряхивай! Подкрутись! Стряхивай! Убери руку! Убери! Вот! Вставай! Сайт контроль! Не спеши! Не спеши! Стой! Дай пусть подергается! Дай пусть подергается! Вставать надо! Вставать надо! Дай пусть подергается! Дай пусть подергается! Не спеши! А теперь внимательно локоть на шею! Локоть на шею! Свою левую! Внимательно пусть подергается! Давай, чтобы... Он, вот, бежи его не просто, спеши, бежи. Не спеши, а побей, вот побей другой ручкой, другой ручкой. Руки бежи побей, его, побей, побей, побей. Оп, спинку забирай. Спину не отдавай сейчас. Стань, забирай, стань, забирай, стань, вставай, стань, вставай, надо, вставай, стань, вставай, стань, 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 надо, стань, стань. Глеб, ножка есть, потяни за ногу, потяни за... Эй, ножка есть. Не, не борись, не борись. Глеб, сразу все, на него! Работать надо! Сразу на него! Работать сам! Работай, Глеб! Сразу на него! Сам поработай! Одна минута, Глеб! Сразу на него! С ручек! Джеб-джеб прямой! Джеб-джеб прямой! Он устал! Работай сам, говорю, бля! Эй! Ну давай! Эй! Давай! Стоп! Раньше, где мой контракт? Слишком мобильный пит просто хватит. Пожали руки. Честно, очень неожиданный для меня исход этого поединка. Глеб скромный, сконцентрированный, не самый яркий участник нашего шоу. И Беслан яркий, харизматичный, привлекающий к себе внимание. Показали красивый бой. Но честно, для меня финал достаточно неожиданный. Мне бы хотелось узнать мнение наших зрителей. Пишите в комментариях, ожидали ли вы именно такого исхода этого поединка. Да, ну что, мы определили первого полуфиналиста нашего Найза Кэмп Реалити. Ну что, пришло время объявлять вторых участников, вторых полуфиналистов. Олай болса, келесе жартылай финалистерді қарсы алыңыздар. О, мастер спорта Республики Казахстан по панкратиону. А также провел множество боев по любителям, родом из города Актау. Встречайте! Альберген Аманкос! Ой, смотри.
Екінші жартылай финалдық соңғы жауынгерін қарсы алыңыздар. Ол Unified-тан спорт шеберінің үміткері, Имаптан спорт шеберінің үміткері, Панкратионнан спорт шеберінің үміткері, Жекпе-жектен спорт шебері, Намат ММА-дан спорт шебері, Маңғыстау облысы Форт Шевченко қаласының тумасы Сисенбаев Еркебулан! Төреші Аскербайұлы Ақтілеу. Жауынгерлер ортаға. Зубрыштан жауынгер ортаға. Постоянное напряжение. Мені мұқаттындаймыз. Стоптан кейін жұмыс жасамаймыз. Көрес берме. Ережені білесіңдер, ережені бұзбаймыз. Мұқат. Сәттілік. Инициатива тебя, давление тебя, напряжение тебя. Қапталдан Төреш. Қапталда түріш, бас түріш. Жауынгер дайынсың ба? Жауынгер дайынсың ба? Баста! Ты че? Сейчас будет длинный его джеб, работай по джеб. Давай, давай, не жди, не жди. Джеб внутренний, я же говорю, джеб. Сработай внутренний лоу от него. Раз. И сработай на него. Постоянно. Внимательнее, передавливай. Сделай, чтобы он задышал. Сделай, чтобы он задышал. Дергай. Перекос, берми, берми. Дистанция. Не бойся этого джеба. Сработай. Пойди вперед. Не фехтуй с ним. Пойди вперед. Не фехтуй с ним. Не фехтуй. Работай. Не бойся. В нем ничего нету. Не бойся. Берми, берми. Работай лоу-киком. Через ручку. Не бойся. Внимательно. Внимательно. Не дай ему почувствовать. Не надо эти ножки. Ручками. Ручками. Вспомни, что заходило у Глеба. Работай ручками. Джеб-джеб по кривой. Джеб-джеб. Работай. Асықпа, Еркос. Работай. Ну ты не... Ты даешь себя передавливать. Сцепи зубы, иди вперед. Постоянно, постоянно, джеб, стей. Убери волнение, внимательней. Убери ножку. Альба, зарубись. Раз, два. Не стой. Не надо эти ноги. Альба. На прямых, на прямых. Дай луки. Дай лоб. Дай лоу! Живот, голова, стель! Живот, дай лоу! Сразу его! Не фехтуй с ним, зарубись! Живот, голова! Берме! Альба, не надо, сам же силы тратишь! Повяжись, сделай так, чтобы тебя подержал! Колено вставь! Колено вставь! В сторону поменяй, левое колено вставь! Дай! Оп, хорош, доставай, доставай, доставай! Хорошо, теперь креветку! Креветку! Берме, живот, голова, стель! Вставай, вставляй! Вставлять? Нет, руки вовнутрь. Живот, вставляй голова, колено, креветку делай. Живот, голова. Сейчас он встанет, сразу вставай. Берми, берми. Хорош, берми, давай. Берми. Есть. Хорош. Ай, есть, ай, есть, есть. Стой, стой, стой. Его руку. Вытаскивай берми, левую ногу. Полный берми. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Вот, да, да, да. Вот. Поработать, поработать. Сейчас он устанет, Альба, сейчас устанет. Еркош, поработай, поработай. Сейчас устанет. Крутись, сейчас он устанет. Вставай, смотри, Еркош, это любительский поработай. Еркош, живот, голова, стей. Креветку вставляй, руку. Креветку живот, вставляй. Живот, голова. Крутись, колен, вот, вот, вставляй. Берми, берми. Ну, берми. Затылок внимательно. Работай, работай. Работай, работай, вставай, работай. Вставай, вставай, вставай. Колени вставляй. Работай, защита. Работай, работай. Встал, встал, встал. Все, вставай.
Побежи! Встань! Побей, побей, побей! Молодец! Встань! Бей мне, бей мне! Все, не лежи! Мост! 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 Мост делай! Треугольник мне давай! На него вставай! На него вставай! Не забивай! На него крутись! Сразу в спину! Кель. Альба, он ползет. Ноги, ноги, вытащи. Капабель. Асахпа, асахпа. Пробил, все сделал. Все. Себя, пожалуйста. Альба, ты можешь выиграть, я вижу, ты можешь выиграть. Все знают, ты можешь выиграть. Альба. Альба, ты можешь выиграть? Пожалуйста, внимательно, смотри. Черкош. Все. Берь. Чуть-чуть сделай глоток, все. Сработай вовнутрь, дай правую ручку, не иди бороться. Если идешь, он сейчас устанет, смотри, как он... Дыши. Молодец. Пол на грани. Не иди назад, а иди вперед. Он выше тебя, не фиктуй с ним. Он, видишь, он тебя достает одним джебом. Не дай ему делать это, иди. В удары вкладываться и пей. Понял? Все. Освобождаем. Альба, давай. Сразу. Не давай ему себя передавливать. Характер. Сразу на прямых. Веркуш, бренчи номер 7. На прямых не надо идти назад, надо идти вперед. Баста. Не фиктуйся, на прямых. Верми, дай сдвоенный джеб. Веркуш, просто сдвоенный джеб. Дай сдвоенный джеб. Не надо. Ты даешь ему себя передавливать. Возьми инициативу. Веркуш. Он стоит, он восстанавливается. Альба, он восстанавливается. Иди вперед. Берми. Еще один сдвоенный. Альба, не дай ему восстановиться. Вау, берми. Не дай ему восстановиться, пойди. Не... Еще! Колунда Котеря! Веркуш, Колунда Котеря! Еще! Колунда Котеря! Пожалуйста! Он не будет бить на отходе! Внизу можешь побить! Вот так! Еще! Руками! Колунда Котеря! Иди вперед! Не надо бороться! Спиной давай! Дай колени! Руки колено! Колено! Вовнутрь руки! Сядь на него тупо просто здесь! Сядь! Все, побей, не дай маунт, руки вовнутрь, подбивай тазовый масти, масти, не дай треугольник, вот хорошо. На прём не иди, побей просто здесь, побей, одну руку завяжи, вот, верми, руками помогай, побей, работай, Иркош, спину забирай, растяни его, крутись, у него неплохо, крутись, курган, активная защита, давай, еще, молодец, вот же он, что тебе нужен был. Альба, красавчик, еще не тот, молодец, профессионал, не готов. Давайте поддержим нас. Давай, чушу. Красавчик. Никогда нет претензий. Все четко, не было. Правила реалити таковы, что иногда в клетке сходятся даже друзья. Этот бой мне было тяжело смотреть по нескольким причинам. Во-первых, я знаю, что Еркош и Альберген друзья. Мне кажется, им было непросто встать в пару в этом бою. Ну и, во-вторых, конечно, мне сложно было быть объективной, потому что я знаю Альбергена давно, мы вместе работаем в Лиге Найза. Что я хочу сказать? Еркош заслужил эту победу. Он в этом бою оказался сильнее, он проявил свой характер. Это достойный победитель и финалист нашего шоу. Альбергену я хочу сказать, не унывай, все еще впереди. И все мы с нетерпением будем ждать грандиозного финала, в котором Еркош встретится с победителем второй пары, с Глебом. Бұйырса, финалдық жекпе-жек. Еркебұлан мен Глеб арасында. Прямо в камеру. Поздравляю еще раз, хорошо. Вот определились финалисты. Удачи, подготовки.
Очень сильно удивила реакция всех конкурсантов после боев. Две пары, четыре человека, но абсолютно разные отношения друг к другу. Альба очень сильно расстроился после боя, и для вас не секрет, если вы смотрели наше реалити, что они были близкими друзьями с Аркебуланом, и после боя они пожали руки и просто разошлись. Очень тяжело Альба отреагировал на свое поражение. Но с другой стороны есть Глеб и Беслан. Беслан проиграл, при этом наоборот, наверное, по проекту нельзя было сказать, что они в каких-то хороших отношениях, а после боя они уже пожали руки и стали близкими друзьями. Вот такой вот необычный мир, это самое ММА. Этот проект является не просто таким очередным, там, я не знаю, интернет-шоу, чтобы просто раскачать, а это мостик для пацанов-любителей перейти в профессионалы. Я думаю, да, многие зрители, которые это увидят, они обрадуются, увидят качественное отечественное такое красивое шоу, где ребята с первой серии, можно сказать, из желторотиков, да, там превратились в каких-то, ну, начинающих профессиональных бойцов. Я думаю, что это послужит таким многим примером, и мы продолжим это дело обязательно вместе с вами. Так что, я думаю, мы сделали большое дело, так что давайте встретимся в октябре на их финальном бое за путевку в Таиланд. Шайхас Мгерсе. Рингте Шайхас. Там проще будет без кроссовок. Просто песок у кроссовок под ногу набивается, становится неудобно. Обувь на нас ударит. Эй, я не буду стоять! Будешь, будешь. Эй, вы что, гонки, что ли? Все на центре его поставьте. Просыпайся, кроки. Твоя команда борет. Подоить надо козу. Эй, коза, иди сюда. Фанин Рафиков. Чемпион Айза. Водишь? Ладно, что, давайте мешки, удачи. Не понял. Вы что? Біз футболмен өмір сүреміз. Өз бойымыздағы тың күштерді ашамыз. Жарқын эмоциялар. Олимбет. Қазақстан спортындағы номер бірінші инвестор.